И всем привет, друзья, вы на канале Сангрила, это значит, что мы с вами продолжаем встречаться на утренних летсплеях и проходить Чукчу в большом городе. Мне кажется, то, что это крайняя серия, потому что тут, ну, мы уже пришли как бы домой. Вот новая хата у геолога, пойдем вообще посмотрим, что у него тут происходит. А если не подписан, не забывай ставить пальцы вверх и подписываться на канал, добавляться в группу ВК и так далее, и так далее, и так далее. Все эти ютубовские ритуалы ты знаешь. Поехали. Белый густой вода, завернутый бумага, однако. Большеглазый странный народ. Белый густой вода, это густой. Но молоко, оно, наверное, не густое. Это какая-нибудь сметана, сливки, что-нибудь такое. А может, молоко, хрен его знает. Москва, море. Москва направо, море налево, однако. Ну, все просто. Моя не знать, как это? Конечно, не знать, как это, еще. Моя сейчас не хотеть, моя сходить, когда драться с крокодила. Еще в скобках написано «довольный». Ништяк. Кажется, я видеть такую чуму. Однако быть большая гоня тогда. Может, здесь жить геолога? Надо узнать. Ну так пойдем узнаем. Эй, хозяин чума! Гости прийти, однако. О, знакомый голос. Ну-ка, вылазь. Ты живой там? Нормально? Какие люди в нашу скромную обитель заглянули. Здравствуй, мой чукотский спаситель. Однако твоя построить новый красивый чума. Да, просто вместе с группой геологов новый вагончик прислали. А почему моя видит только один большеглазый геолога, а не много? Так они на Новый год решили елку срубить. Взяли топор и водку и ушли в тайгу искать. До сих пор ищут. Да, тайга не близко, однако. Чтобы все обо мне, лучше о себе расскажи. Моя много-много ходить, в столице бывать, разная, умная и не очень, большеглазая говорит. Но ничего не найти, моя теперь не знай, как быть. Главное не терять надежду. Кстати, у меня для тебя подарочек имеется. Какой, покажи. Может, он поднимет тебе настроение. Че за подарочек? О, нашел. Вот, держи. Что спасибо, однако. Но зачем Чукте в тундру картонная коробка? Да. Да что коробка? Ты посмотри, что внутри. А что внутри-то? Давай посмотрим. Большая коробка, однако, далеко не... Да. Хорошая подарка. У нас шаман такая есть. На солнечных батареях. Стекло духа радиоволнов. Это необычный телевизор. У вас ведь в тундре с электричеством туго. Простой телевизор некуда подключить. А этот на батареях работает, солнечных. О-ка. Его вообще не надо подключать. Просто бери и смотри. Теперь Чукча будет как шамана. Вся деревня будет завидовать, однако. Слушай. Надо обмыть. О, не-не-не, знаем мы. Наши глаза геолога снова пить. Хотеть костер из еще одной чума. А, ты об этом. Не, мой друг, с водкой я завязал. А кефир раз точно. Раз и навсегда. Вот кефиры, да чаи попиваю. А крепче. О, не-не-не-не. Молодца, однако. Если твоя предлагать цай, давай цай. Ну, цай так цай. Чё ж тут? Чуть не забыл. Его сначала надо закипятить. Ты мне не поможешь включить газовую плиту? Моя всегда помогает. Давай моя будет включать. Моя всегда помогает. Давай моя будет включать. Тогда погоди минутку. Я ключ от баллона найду. Зачем там ключ? Есть! Лови! Опа! Вот этим ключом поверни гайку на красном баллоне. Только аккуратно. Скажи, когда будешь готов. Холосо. Чукте, сейчас все сделай. Холосо. Так, у меня есть разводной ключ. Моя находить что там? Чего-то что-то находить. Ключ это разводной. На, держи. Что ты возишься там? Не перехотел еще?
Че как звезда. Я готов, однако. Однако теперь моя все понимать. Шаман не о тот зверя говорит. Зверя с сильной челюстью победит большой змея. Сильной челюстью. Длинный змея. Моя понимать. Эта штука тот зверя, который победит большой железный змея. Эй! Что это с тобой? Газу надышался, что ли? Вот оно что. А я хотел тебя просить. Ты у меня можешь что угодно просить. Я тебе и так по гроб жизни обязан. Гроба меня не нужна. Мне нужна зверя, которой я баллоны крутить. Ключ, что ли? Конечно, бери. Какие могут быть проблемы? Спасибо, большеглазая геолога. Моя нужно быстро уходить. Ну что ж, раз ты торопишься, заглядывай как-нибудь на чай. Так все, тогда же надо прошлую серию неправильно, ну, короче. Ага, вот оно как это все работает-то, ты прикинь, это была труба просто. Труба, видимо, нефтяная какая-нибудь или газовая, которая всю землю отравляла. Может, скорее всего, нефтяная, а может и газовая, а может и нефтяная, может и мячная вообще. Кто его там знает, какая там труба. Но не суть, смысл-то в том, что вот... Ну, конечно, конечно. Так, а что мне надо сделать с телевизором? Моя так не умеет. Моя так не умеет. Нахрена мне телевизор? Кто-нибудь может мне сказать? Моя не знать. Моя не знать, конечно. Моя так... Ага, так, мне сюда не надо. А может быть, я не знаю, может... Ну, я еще не знаю, как это будет. Это будет в той серии или в этой серии. Пока не ясно. Так, тут все под напряжением, прежде всего. Моя не знать. Твоя не знать, моя... конечно, как это. Моя не знать. Непонятно. Моя не знать. Моя так не уметь. Да как твоя не уметь-то, если надо уметь? Не, ну получается, тут надо какую-то доску, что ли, я не знаю. Ну что-то, короче, нужно подложить. Ну-ка, пойдем сначала туда. Надо у нее что-то еще взять, вон лыжи, ну, не знаю. Что у нее еще тут есть? Моя сейчас не хотеть, моя сходить, когда драться с крокодила. Ты уже вернулся? Моя ненадолго вернуться, моя немного потеряться. Моя немного потеряться, так, опа. Моя это не трогай, а то еще сломай. Понятно. Моя это не... Так, так, что опа. Твоя хотеть? Да отстань ты, твоя хотеть, вот что твоя хотеть. Это что такое? Это пенопласт, а зачем тебе пенопласт? Пригодится, однако. Ты прикинь, а как же ж? Это ж пенопласт. Моя не знать. Слишком разные вещи. Однако не собираюсь. Ну, я на всякий случай слишком просто проверю, как это работает. Однако не собирается. Однако не собирается. Давай попробуем тогда сейчас бросить пенопласт вот сюда. Моя так не уметь. Ну, ее помать. Непонятно. На себя. Моя не знать. Непонятно. Много-много черная липкая вода. Моя просто так не ходить. Ну так может на лыжи его надо? Надо лыжи снять. Надо лыжи снять. Во. Моя не знать. Моя так плохо придумать. Плохо придумать, однако. Белый легкий вещь. Надо попробовать, может помогать. Конечно, надо попробовать. Однако лучше надеть назад. Моя теперь ходить поверх воды и ничего не бояться. Во. Так, идем сюда. Ну, его сейчас... Подожди, стой, не трогай. Сейчас его ударит. Это, наверное, голова злая духа личества. Но моя так просто не достать. Злая духа личества. Голова злая духа. Хорошая мишень для чукча. Так, смотри-ка. Смотри-ка, как все просто. Раз. Вырубил. Хорошо. А вон стрела застряла. Вон она, я ее вижу. Я не знаю, тебе видно или нет, я ее вижу. Вижу ее, вон крутится, стоит. Моя великий воин, моя победитель злой дух. Ну, видишь как. Так, теперь идем сюда. Да, великая шамана, не ошибайся. Моя не знать как... Моя, говорит, не знать как это. Может, как-нибудь тут надо что-нибудь... Так? Пробовать открывать. Хорош. Ну и, соответственно, ключом вот. Непонятно. Нет, непонятно-то, непонятно ему. Моя не...
Злая духа личества. Жалко, стой. Сейчас большая зубастая зверя откусит голова этой злой черный змей. Но черная жидкость, я говорю, они нефть качают, и у них типа разлилось. Однако моя спасает тундра от черный яд. Моя много знает и много-много делает. Моя теперь великий чукча. Еще бы. И тогда моя вернутся стойбище, и моя народ очень радоваться и говорит, что моя великий охотник. А вождя сказать, что моя героя. Моя не знать, кто такая героя. Моя просто хотеть помогать мой земля и мой народ. Вот такая вот короткая серия у нас получилась, и я даже не знаю, что с этим сделаю. А что я с этим сделаю? Ну, будет как бы отдельный небольшой видосик, потому что его вот ни туда, ни сюда. Он и туда слишком долго получится, и тут слишком мало. Ну, вот что поделать. Так получилось, я не знал. Не знал, поэтому если тебе вдруг понравилось прохождение, не забывай ставить пальцы вверх, предлагать свои игры в группу ВК, там есть удобные ветки с играми, обсуждения, темы, не помню, как они там называются, но не суть. Что еще? Добавляться в друзья, комментировать видео, шарить видео, приглашать друзей на канал и так далее, и так далее, и так далее. Ты все знаешь, все умеешь, ты же лидер и личность. Помни об этом. На этом счастливо тебе и до скорых встреч.